Всем привет, дамы и господа. С вами Павел Бивис и Александр Матьевю Сахаров. Всем привет, господа и дамы. Хуево обезьяны. Собственно, открытие кейсов на сайте kskar.ru, который вы знаете по роликам на лайв-канале у Сахара. Я решил записать видео на основной канал. Почему бы и нет, сайт достаточно топовый и давным-давно себя зарекомендовал. Летом произошло глобальное обновление сайта. Те, кто открывал прошлой зимой, помнят, что не было так, как есть сейчас. Не было так, как есть сейчас. Я не буду обрезать, не похуй. Летом сайт был обновлен, глобальное обновление. Начнем с того, что появились конкурсы. В конкурсах может участвовать тот, кто открывает ранговые кейсы. С 1 по 18 сентября будет первый розыгрыш на стриме за открытие ранговых кейсов. Есть Global Elite кейс, Supreme кейс. Блин, а Сильвера нету? Есть. О, мое звание, заебись. Я вообще нихуя не понимаю, что тут, блядь, открывать. Но на самом деле все подписано. Кейсы по раритетности, вот промышленный, армейский, запрещенный, защищенный, хочу. Засекреченный, менструальный. Видишь, он красный. Томатный кейс. Кстати, да, в обновление вошла такая функция, как кручение рулетки. То есть сейчас вы можете выбрать, стирать ли вам билетики, либо крутить, как обычную рулетку. То ну, есть, вот он. Билет, либо же кейс. То есть билет вы стираете. Ну, давай. Давай кейс, может, ебанем. Давай с тайного. 600 рублей улетит. Посмотрим, что будет. Давай. Вот я, Ванга, меня знают из все роликов на лайв-канале у Сани, что я отгадывал, блядь. Ну, это пиздец. Ну, нож я не отгадаю никогда. Ну, хуй знает почему. Хотя, ну, это уже вылезло, ебло какое вылезло. По диагонали делай, справа. Вот это, да, да хуй, да. Это, блядь, невозможно, чтобы оно здесь... Ну, я ж говорил, хуй. Говорю, что... Хуй! Согласен. Давай, давай попыточку. Попыточку за 59 рублей и говна. Говна лопату тебе. Мне интересно, где он был. Давай, вот есть еще 4 неоткрытых. И как ты думаешь, в каком он из этих вот вонючих сундуков лежал, блядь? Бля, мне кажется, справа вверху. Вот, сука, ну давай посмотрим. О, неоновый гонщик, нормально. А, хуй. Я продаю его. Вот что, какое у меня звание было? Суприм. Нет, давай откроем, какое стало, блядь. Вонючий орел. Давай. Давай как этот кейс, да, вот, да. 159 монет. 159 монет. Достаточно много тут оружия хорошего тоже. Смотри, наполняют, не жалеют. Нормально делают, парни. Нормально вообще делай, нормально будет. Чуть. Давай. Крутись, крутись, на Фомасе остановись. Нормально. Смотри, как будто ножик выпал в ленте, Паш. Нихера лох. А, еще, короче, обновление. Промокоды добавили. В группу ВКонтакте будут периодически выкладываться посты с кодами на пополнение счета. Да, кстати, у них есть группа, на которую подписано 46 тысяч человек, почти 47 тысяч человек. Самое основное, что новости, конкурсы и прочее. Дофига людей участвует. И вот его недавно только открыли, этот конкурс. И даже видно, что мало лайков, мало репостов. Так, ну продолжим. У меня есть 2728 рублей. Я хочу быть глобалом, и я открою за 699 рублей кейс. Открыт кейс за 600, спасибо, 99 рублей. Все, в общем, открываем. Блять, я хотел стирать. Ну извини, братан. Сука. Давай, блять, крутись, слушай, рандом, честный Азимов. P250. 1000... Ебать, 1200. 1212 1200! Рублей. На самом деле, это скин пиздатый. Не суть, сколько он стоит. Смотри, я даже... Я окупил кейс. Сколько кейс стоил? 699 рублей. В два раза окупил. Ну, не в два раза. Ну, в 1,98. Да. Давай посмотрим, что это выпало. 630. Смотри, с обычного кейса. Да, чуваку повезло. Смотри, нихера он рад на аватарке. Типа, о, блядь, тебе выпал ФАМАС, ёбаный в рот. Пойду в качалочку. О, еще такой же, смотри, с такого же кейса, лол. Ну, короче, ребят, как вы видите, не только выпадает блогерам. Да, как бы, да. Вы можете зайти вот в аккаунт в Стиме и чекнуть инвентарь. Если он их, конечно, не продает. Ладно, что мы вала ебем, давай дальше. Что открывать? Я вот буду стирать. Я вот, блядь, хочу постирать. Мое звание открой. Открыть билет за 359 рублей. Твое звание стоит 359 рублей. Все, магистр капустник идет в дело. А ВП у меня такой есть? Статрек? Нет, ну, тоже. Блядь. Удар. А вот это у меня есть статрек. Ну, хуй. Хуй в зуб. Короче, полный расколбас. Статрек, револьвер. Давай еще разочек супримчика.
хера там код. Не, ну слушай, тут надо уже подумать. Если, блядь, построить пирамиду всевидящего ока, заговор, блядь, этот самсонский, блядь. Самсонский. Если делать так, то тогда он должен быть... Хуй, хуй, нихуя. За 19 рублей еще попыточку. Смотрим, смотрим, смотрим. Ну вот как вот, где он? Посередине. Да нет, блядь, ну где он был? Да сейчас подожди, мне кто-то звонит в дверь. За 205 рублей статрек Галил. Смотри, элитный есть за 99 рублей. Элитный через «э», надо через «и» писать. Я буду стирать. Стирай, Паш. Статрек, по 90... статрек 1700 стоит. Ну ебаные ножи, нахуя вы мне вылезли, попытку только мою, блядь. Да сука. Северный камуфляж. 14 рублей, братан. Сука ебаная, 14 рублей. Даже на газель не хватит до шараги доехать. Давай калаш. Калаш. Давай, откроем. Давай, калаш, я вот хочу новый калаш. У него скидка тем более. А вот середочку трем, как в крестиках, ноликах. Что? С мою... Ну хуй, да что такое? Путешественник. Хищник. Получи, блядь, 8 рублей или сколько он стоит? А, нет, 53. Да хуйня, название дороже. Еще раз его тру, еще раз. Вот смотри, вот, блядь, смотри, какое. Сука, два охуенных калаша, и в итоге... Хуй моржа, надо еще. Где, вот где, думай, последняя попытка, блядь. Думай, да, Саня, подожди, думай. Да подожди. Хули думать, хули думать. Хуй, ну, блядь, я посмотри, два одинаковых тут и тут угадал. Еще бы одну попытку, блядь, купить за 1000 рублей хотя бы, я бы угадал, где она была. Опять вонючий хищник. Смотри, обычный кейс есть. Вот, блядь, давай как в старые добрые времена откроем обычный кейс какой-нибудь просто. Давай, а новый же вышел какой-то, гамма-2 кейс. 89 рублей он стоит, смотри. Давай, что, тереть или крутить? Тереть, крутить. Тери, тери, тери. Кала, ехуя. Вот это вот, я хочу его, блядь. Неон Революшн. О! Тихо. Масонский заговор, Паша. Блядь, тут думаешь? Да-да-да. Я думаю, не прокатит. Да прокатит, братан. А если, ну, там же еще одна попытка будет или нет? Да, да-да-да. Сука, блядь, ебаный помаз. Да нет. Стой, давай подумаем, где он, подожди. А если масонский вот так вот, в эту сторону, типа, треугольник? Может быть, кстати, да. Сука, блядь. Если здесь, то, мне кажется, справа вверху. Тихо, дай я чуть-чуть так тирану. Да, блядь, нет, я не буду есть, сука. Справа вверху, по-любому. Ну, пидорша, блядь, да вот она была, блядь. Сука, я тебе говорил, замасонить надо было посередине. Я хочу крутить, давай, ладно, крутанем. Давай, сука, рандом чистый, пожалуйста. Ну в чем проблема-то сегодня вообще, я не могу понять. Видишь, звезды, наверное, не так лежат на ночном небе. Говнище. Саня, 91, смотри, ты почти окупил кейс. Да я его купил, но я не хочу это говно, понимаешь, я хочу еще. Дальше. У меня уже денег мало, блядь, осталось, несмотря на то, что я в плюсе с этого пистолета. Жид, пиздец, денег мало осталось, уже в плюс вышел, все равно ему мало. Грим. 90 грим, 58 рублей. Ну, чуть больше половины купил. Я ебал. Да похуй, давай. Нож Акулбека, давай, блядь. Еще две попытки же будет, да? Аутотроник, да-да-да. Ну, братан, масонский заговор. Видел, блядь, масонский твой вонючий заговор? Я не хочу... Стирай другую быстрее. Да-да-да. Бля, почему не показала, сука? Попытку бери. Посередин, серединку три, серединку. Какого хуя? Я хотел тереть нижний. Может, в калашах он мне выпадет? Он есть здесь вообще? Вот да, он, да, блядь, давай калаш. Давай. Тру. Ну, три. Хотя, блядь, закаленный. О, тихо, два. Сейчас... Как масонский заговор, нихуя. Давай, блядь, мусонский ветер, нахуй. Слушай, это же масонский заговор, большой масонский... Что, блядь? 11 тысяч, братан, это из старого кейса калаш, раритетный. Что нахуй? Какие, блядь, 11, блядь, тысяч? Какие нахуй 11, блядь? Да продавай, братан, ножи, хочу ножи. Да слышь, он 11 тысяч стоит, а если я на ножах сольюсь наоборот? Тут я, блядь, могу его вон на ТМе слить. Не, ебал я в рот, давай я лучше еще денег задоначу сейчас и все. Ну можно посреди подписчиков разыграть. Вон, я Бизона за 9 рублей могу разыграть. Давай мне на пополнить, блядь, баланс. Давай за 79 рублей два калаша откроем. Оп. Что за... А, Мастер Гвардиан. Оп, тихо, Виктория. За Виктория, мне кажется, справа сейчас будет. Вот тут? Да-да-да. О, да, сука, да. Да,
блядь, ква! Моя предсказатель, 200 рублей. Да, 200 рублей. Не, нормально, все равно. Это, блядь, знаешь, вот такое, сектор, сука, СЗ на барабане. Самочувствие самое такое, вот то, что ты выиграл, то, что ты отгадал, блядь. Изи, блядь, вообще сходу изумруд. Он стоит немного. А, 92, нормально. Купил. Давай я все-таки буду надеяться на рандом. Крутани. Крутится лысый маг. P2062 рубля. Давай должно великий рандом. Нормально выпасть. Да, я надеюсь. Великий рандом, прогони нахуй этот 5-7 в детдом, блядь. Последний раз. Я последний раз кручу, дальше я буду стирать. Там я не знаю. Давай. Мне так душа будет спокойнее на после. Стоп. Сука, я понимаю. О, блок, братан. Окупился. Открывайте секретчную. Нет, я хотел стирать, блядь. Ладно, братан. А прикинь, сейчас закупишься и постираешь. Пропер. Рыцарь, стой! Ебать. 11 тысяч. Ты че сидишь, долбоёб? Фу, не, все, я заканчиваю ролик. Бля, можно это, продать ее и на живой открыть. Хуть. Я хочу стирать. Денег нет. Хотя мне и так заебись. Было. О, сколько он стоит? Слышь, нормально должен быть. Поверхностная закалка. 171 рубль, блядь! 171 рубль! Смотрите, пуча выпала. Сколько он стоит? 555 рублей. Ой, 550 рублей. Давай, сучка. Не, братан, не очень долго. Хуй, блядь. Слушай, на самом деле это, блядь, вот чувак жестко на самом деле. Сколько? Ёбаный, блядь. Все, пизду тебя, я пошел. Я ебал уже. Сколько времени мы тут сидим? Не, ну в принципе ладно, блядь, я не жадный. Могу разыграть одну пушку из тех, что я выбил. Чё разыграть, рыцарь или вот этот калаш огненный? Калаш. Тогда я с Игорем поговорю, он разыграет на стриме. Лады, в общем, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делайте репост этого видео с моей стены ВКонтакте. Все, кто выполнил эти три пункта, будут участвовать в розыгрыше. Просто среди вас я разыграю этот калаш. Всем спасибо за просмотр. Пока.